диаспора украинская достаточно большая во всем мире. И неравнодушных людей, во всяком случае, мы не знаем таких. Все, с кем мы общаемся, это очень много людей диаспора. Да, наверное, много людей, которых мы не знаем, которые не помогают, но очень много людей помогают. И они сами предлагали свои услуги, сами предлагали свою помощь. А давайте мы там, а давайте мы будем помогать это. А давайте мы машину найдем, а давайте мы подберем, а давайте... Ну вот так вот, вот так вот, вот с этого все и началось. И сейчас уже у нас там вот Англия, Бельгия, Франция, у нас уже такая цепочка выстроилась, да. Люди там работают в западных компаниях, но они находят какое-то в крае вот время и находят так, чтобы не было никаких сбоев, не было никаких задержек. Вот. И эти машины там смотрят, ездят, их отбирают, завозят там уже какие-то мастера, уже там техники появились, которые там делают предварительный осмотр машин, чтобы они были целые, там на ходу, чтобы не покупать кота в мешке.